Квота для трудоустройства инвалидов увеличится. Такой законопроект приняли депутаты Госсовета Чувашии в первом чтении. Если сегодня, согласно закону, на предприятиях, где работает больше 100 человек, квота для инвалидов составляет 2%, то новый законопроект увеличит эту цифру до 3. Для предприятий с меньшим числом сотрудников, не менее 35 человек, предполагается повышение квоты до 2%. Все это позволит создать более 500 новых рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Это случилось 17 лет назад. Владимир Лаптев после трагического случая на стройке стал инвалидом. Однако многодетный отец не стал опускать руки. Он встал на биржу труда, узнал о свободной вакансии на предприятии «Элара». И вот уже 7-й год работает здесь оператором ПВМ. Маркирование трубок, этикеток, маркеров. Легкая работа, считаю. Меня устраивает то, что я работаю, и то, что я с семьей. То, что я живу полноценной жизнью, практически, мне все есть, мне все хватает. 8-часовой рабочий день, норма убираемой площади 600 квадратных метров. Диагноз ДЦП Татьяне Карташовой совсем не мешает справляться с работой. Каждый будний день Татьяна приезжает на предприятие с Харкасов. Рассказывает, было непросто устроиться на работу. Да, сложно. Никто не хотел брать девушку инвалидов. Коллеги хорошие, здороваются постоянно. Александр Васильев – специалист по планированию. На предприятие «Элара» устроился месяц назад. Со своими коллегами он общается с помощью записок, ведь молодой человек не слышит и не может говорить. Конечно, непривычно. Мне непривычно, коллегам непривычно. Ну, мы выходим из положения. Ручка, листочки всегда под рукой. Сегодня на предприятии «Элара» работает 62 человека с ограниченными возможностями здоровья. Организация большая, всего здесь трудится больше 4000 работников, поэтому места для инвалидов еще есть. Квота на сегодняшний день, согласно закону Чувашской Республики, составляет 2% от численности. При расчете не учитываются рабочие места с верными условиями труда. С учетом всего этого, квота на сегодняшний день для нашего предприятия 76 рабочих мест. Сегодня в республике 85 тысяч инвалидов, 26,5 тысяч трудоспособного возраста, а работает 7900 человек. В Министерстве труда республики уверяют, они знают о каждом инвалиде. У нас заключено соглашение с Бюро медико-социальной экспертизы, и в соответствии с этим соглашением мы предоставляем им вакансии. Вот, и уже в день присвоения инвалидности специалисты Бюро медико-социальной экспертизы информируют инвалида о тех или иных вакансиях, которые подходят ему по состоянию здоровья. Для инвалидов сформирован специальный банк вакансий, в котором больше 300 рабочих мест. Все предложения размещаются в общероссийской базе «Работа в России» и находятся в свободном доступе. Анастасия Евгеньева, Ирина Николаева, Никита Углев, Вести, Чебоксары.